Белоруссия вообще для экономики Ульяновской области стратегический партнер. Мы очень активно выстраиваем взаимоотношения с рядом регионов Беларуси, вообще с Белоруссией и с промышленными гигантами Беларуси. Совсем недавно мы в начале октября вместе с большой делегацией промышленных предприятий, губернатором были в республике, посещали ваши флагманы, МТЗ МАС, посещали брестские предприятия и были на Амкадоре. Вот буквально в октябре мы подписали два контракта на поставку на МАС МТЗ компонентов, которые будут производиться и производятся в Ульяновской области. Мы посетили ваши авиазаводы, посмотрели, что можем мы предложить в рамках кооперации. И здесь надо отметить, что уже в этом году предприятия Республики Беларусь начали производство более 215 позиций деталей для самолетостроительных и авиационных предприятий Ульяновской области. И эта кооперация уже вышла на такой межгосударственный уровень. Общий объем производства в этом году по сравнению с прошлым значительно вырос, это более 18%. И в течение среднесрочной перспективы 2-3 лет планируем также увеличиться где-то на 25-30%. Ульяновский автозавод уже давно работает с Белоруссией успешно. Это и Борисовский завод гидроусилителей, Лидский завод компонентов двигателя, Финокс цилиндросцепления.